Так. Привет тебе, я Коперник. Это игра под названием Dayland. Давайте посмотрим, что это такое. Вообще-то маленький принц. Кстати, обожаю эту историю. Кто же написал? По-моему, Антуан де Сент-Экзюпери. Ну, смотри, раз уж можно здесь геймпад, то давай-ка с геймпадом сыграй, наверное. Так. Что-то упало на планету. Астероид какой-то, кристалл. Кристалл-дристалл. Красным загорелся. И наш маленький принц выпал куда-то. Игра, по-моему, бесплатная. В Steam я не помню. Если стоит, то копейки. Я не помню, откуда она мне взялась. Может быть, кто-то подогнал, может быть, где-то взял, может быть... Вообще бесплатно, так что посмотри, если станет интересно. Найдешь, поиграешь. Кстати, не забуду напомнить, что всегда можно подписаться на канал, поставить лайк. И будет вам счастье, и мне будет счастье. Чем больше вы ставите лайков, тем больше у меня активная активность. Хочу синий вот такой вот цвет. А чтобы начать? The Simpsons. Предстоит много работы. Так, хорошо. Кем ты работаешь? На скважине, может. Собрать немного ягод с кустов озера. Две ягоды. Сука, много работы. В шахту бы тебя отправить уголь, блять, колоть. Серьезно? Сейчас немножечко, может, потише чуть-чуть. Дай мне, может, немножечко потише. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть потише. Секундочку, секундочку. Оп, вот так давай. Все, чуть-чуть потише, чтобы не глушило меня, не заглушало никого. Пам. Настроек графики здесь нет, настроек ничего здесь нет, в принципе. Ну да, моя маленькая планета. А где Роза? Так, я ничего не понял, а где Роза? Вот кусты. Вот моя скромная палатка. Войти можно в палатку. Собрать две ягоды в кустах у озера. Вот озеро. А, порыбачить. Если что, а, это буква. А, порыбачить. Так, потрясти. Так, раз ягода. Два ягода. Собрал немного ягод у озера. Придалось собрать немного. Я вернусь сюда еще раз. Через 4 минуты 43 секунды. Марс? Межзвездный патруль говорит Мун. Я на разведзадание. Хорошо, Мун. Я нахожусь на странной крошечной планете. Никогда не видел ничего подобного. Она кажется необитаемой. Сука, не дай бог, это фармилка какая-нибудь. Я просто возненавижу людей, которые это все сделали. Смотри-ка, смотри-ка, он может медленно бежать. Он может бежать на месте. Ну-ка, а назад он может? Нет, я думал, он может... Задание. 3%. Вопрос, что вопрос? 3% чего? Рюкзак. Две ягоды, хорошо. Гриб. Что можно с грибом сделать? Не дай бог, это, блять, прыгать умею. Ух, нифига себе. Ух, нифига себе. Какой-то хренолет разбился. Понято. Смотри, сейчас я куда-то туда побегу. Не туда? Туда, не туда? Типа туда, да. А, она прям возле озера разбилась. Где-то вот здесь. Не хочу сюда входить. Так, 3%. Хорошо. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Я тебя не заметила. Не знала, что здесь кто-то живет.
Я живу здесь один, меня зовут Арко. Тебя зовут маленький принц. Я Мун, разведчик междугороднего патруля ППСМ. Херачит. Международного межзвездного патруля. Я впервые на этой планете. Она называется Дейленд. Дейленд? На радаре ее нет и никогда не было. Она будто бы появилась из ниоткуда. А я вижу, тебе удалось тут обустроиться. Ты деловой. Да, я сегодня собрал 2 ягоды. Вот это все мои дела на сегодняшний день. У меня было очень много работы, я собрал 2 ягоды. Не сомневаюсь, что ты можешь сделать Дейленд очень приятным местом для жизни. Я помогу тебе. Во-первых, нас надо посадить что-то, из чего вырастает еда. Из земли вырастает еда. Если ты не хочешь помереть от голода. Хорошая идея. Мне уже надоело есть дикие ягоды. По 2 штуки в день. Послушай, я покажу тебе, как сделать мотыгу. Возвращайся, когда закончишь. Мотыга. Сделайте мотыгу для обработки почвы, зато поговорите с Мун снова. А как я, блядь, тебе мотыгу-то сделаю? Ты что, ебанулась? Из чего? Из чего я должен сделать мотыгу? Из мотыги? Порыбачить. А, я могу рыбачить? Люблю рыбачить, но сперва надо сделать удочку. В смысле, блядь, как ты любишь рыбачить, если тебе нет удочки? Каким, блядь, образом ты можешь рыбачить без удочки? А вот еще один Мун. Тут Мун, там Мун. Сплошное замунение какое-то. Что? В смысле ночь наступила? Каким образом, блядь, наступила ночь? Стоп, если здесь луна... Ну, это не луна, а в данном случае это просто спутник какой-то, то с этой стороны должно быть солнце. Слышь? А где солнце? Гриб? Оу, май. У-у-у, кого-то сегодня будет веселая ночка. У-у-у, кого-то сегодня будет веселая ночка. У кого-то сегодня будет очень круто. У кого-то ждет в палатке полеты. Стоп, у меня в палатке есть кузница. И спать? Мотыга, хуй с тобой, мотыга. Из одного дерева и одного камня. Так, хорошо. Ладно, давай спать. Я только что проснулся, но как бы хуй с ними. Как бы хуй с ними, ладно. Так, что-то какая-то очень долгая ночь, ну ладно. Долгая ночь. Сратаян. Слышь, а куда луну дели? Куда дели мой спутник? Его куда-то увели от меня? Это утро? Почему небо не вращается? Что за говно? Может быть, я вращаю планету своей силы, своей гравитации настолько маленькой, что... Ладно, не буду заморачиваться. Hey. Я Мун, я сделал мотыгу. Отлично, я вижу, руки у тебя растут из жопы. Эта мотыга выглядит очень плохо, но земля выглядит еще хуже. Поэтому, собственно, иди пиздуй бороздуй к своей палатке и там, собственно, посади вот эти семена. Ну, спасибо большое. Это затычки для жопы. У меня взойдет большой урожай затычек для жопы. Спасибо. Спасибо, Мунка. Посеять. Что посеешь, то и пожнешь. Теперь я могу использовать мотыгу для... чтобы сажать семена на планете. Хорошо. Нужно найти место возле воды, чтобы посадить 2 семечка елки. 2 семечка елки. Давай посадим, наверное... Земле нужен еще один колодец. Ты серьезно? В смысле, зачем тебе обрабатывать землю? Зачем тебе для обработки земли колодец? Ты же обрабатываешь землю, блин, мотыгой. Странный ты парниш, ну ладно. Очень любит грибы. Он очень любит грибы. Так. Так, хорошо. Икс посадить. Еще. Так, саженцы ели, вы что, офигели? Отличная работа, тебе руки все еще из жопы, но ты
Тебе нужно еще немножечко подождать, пока деревья вырастут, чтобы получить больше семян. Каких-то 40 лет тебе еще, ну, посидишь. Ну, в твоем случае 1 минута 40 секунд, конечно. Ну, так, по жизни, конечно, 40 лет. Через 40 лет у тебя будет что-нибудь ебаные ели, которых ты, на которых ты можешь, не знаю, я не знаю, что ты можешь с ними сделать, но, блядь, елки это, наверное, типа, а что из елки можно сделать? Смолу из них можно добывать, только недолго, она потому что тоже подохнет, ель. Можно набрать еловых иголок и сделать из них, запихнуть их себе в жопу. И у тебя будет жопа полная еловых иголок. Почему бы и нет? Всего-то 40 лет подождать. Всего-то я посадил семена, теперь нужно подождать. Так, хорошо. Колодец готов. На огороде можно вырастить больше, много овощей, которые помогут избежать голода. Мун, я хотел бы узнать, как делать вещи. Со мной? Конечно. Каком будет... Ну, тогда тебе нужно еще как бы молоточек завести. Он пригодится для добровырабления камней. Я расскажу тебе, как это сделать. Продолжай, буду следовать твоим инструкциям. Да, детка, продолжай, я буду следовать твоим инструкциям. И тебе еще предыдущие задачи не выполнены. Хорошо, спасибо, какой-то я однозадачный нынче, да туповатый мальчонка. Ну, как бы, ладно. Зажгите факел. Ёбаные ели, вы что, офигели? Так, здесь над камнями какая-то жижа всратая летает. Так, у меня есть... Я хочу молоток взять. У меня есть только кирка. Так, то есть киркой я добывать ничего не могу. Хорошо. О, боже мой, боже мой, боже мой. Они это сделали. Они снова выросли. Грибы. Ребятушки, козлятушки. Где вы, мои грибятушки? Так. Морква. Ладно, пусть растет. А, посеять. А что мне сейчас надо сделать? Задание. Сделайте молоток. Хорошо, пойду в свою палатку, сделаю молоток. У меня же, блядь... Окей. Молоток, хорошо. Икс построить. Что я могу построить? Ничего я не могу построить, хорошо. Разбить. Очень хорошо. Так, замахись. Откуда не возьмись, взялось утро. На нашей планете очень... Чё-то я не понимаю, здесь... Солнце и Луна это одно и то же. Боже мой. Что происходит с этой, блядь, погодой? Только что все было красным, теперь все снова синее. Слышь, хочешь молотком долбану? Теперь у меня есть молоток. Отлично, работа со временем, ты будешь развивать навык строительства. Покажу тебе, как развести костер, шлюх и, возможно, еще что-нибудь. Это очень легко. Вы открыли новое сооружение, костер. И правда, у меня... А, и правда, у меня дерева тоже не осталось. Ладно, похоже, нам просто придется убить пару деревьев. Да, конечно. Деревья всего-то помогают нам дышать, поэтому на планете, где всего две блядские ели, нам нужно срубить пару деревьев. Кислород — это такая бесполезная штука, которая... Почему? Я когда я подхожу к еле, у меня нарисован желудь. Так. Здрасте, моя госпожа. Я привез немножечко дерева. Мун, у меня есть топор. Отлично, но помни, старайся сохранить баланс между деревьями, которые ты выращиваешь, и теми, что рубишь. Вот, возьми еще немного семян. Я сделаю костер. Из семян? Теперь ты можешь добывать материал, используя молоток, чтобы получить камни и топор для древесины. Я справлюсь. Костер. Устройте костер. Сейчас, блядь, устрою костер. О-о-о! Это я могу. Так.
Ни хрена себе, еле выросли. Еле-еле выросли. Так, ягоды, растущие в диких кустах. Подожди, слышь? Шалабуда-будай. Улучшите свою палатку, построив дом с мастерской. Улучшите свою палатку, построив дом с мастерской. Окей. Типа, хорошо. Дерево. Еще нужно дерево и камень, да? Еще нужно дерево и камень. Хорошо. Ща все будет. Ща все будет. Я могу рубить деревья. Последние деревья на своей планете я, конечно, срубил. Так. Молоточек. Ко мне нужно хренище. Так. Три. Четыре. Ты серьезно? Я здесь буду хуярить целые сутки. На этой каменоломне. Следующий уровень. Что мне с этим уровнем можно сделать? Я его могу себе в жопу запихнуть. Серьезно, что, для чего мне этот следующий уровень? Что мне он даст? Икс посадить. Еще еле я могу посадить. Окей, ладно. Сначала надо достроить дом. Небо уже покраснело. Сил больше нет, нужно отдохнуть, восстановить энергию. А где твоя энергия нарисована? Ага, все. Понятненько. Так. Короче, смотри, здесь есть ели. Я буду копать. Я буду копать. Значит, заебался рубить, значит, будешь копать. Сил больше нет. Ты серьезно? Так. Много работы. Сила или интеллект? Силу магических атак, энергию прежде, а также прибыль от продаж. Ты серьезно? Ну, вообще, типа как, пока я здесь рублю, надо быть сильным. Что это за дичь? Где мои грибы? Сука, только что было два гриба, остался один. Эта тварь его сожрала. Эта тварь сожрала мой гриб, ты представляешь себе? Эта тварь сожрала мой, блин, гриб. Разбить. Ладно, хорошо. Подожди. Так. А вот синяя моя усталость, я вижу. Я ж силу качнул, я же здесь могу этот камень теперь до посинения долбить. Так, ладно, пока хватит. Короче, давай тогда сажать. Раз уж... Так, у меня что-то мало силы. Я, скорее всего, как я понимаю, я умираю, скорее всего, да? Новые кусты или просто съешьте. Посадите или просто съешьте. Хорошо. Так. А как? Ага. Икс посадить. Водица ягодица. Тебе не пригодится. Так, есть. Еще ели. Давай сюда. Оп. Опа. Есть ели. Так, икс. Пшеница. Возле... На поле с плодородной почвой. Ладно, хрен с тобой. Елка. Давай будут больше елки. Вот здесь прям. Сейчас сделаем... Что это такое? Это пропеллер на елке вырос. Что такое? Это что-то ушастое на елке. Что такое? Нихуя не понятно. Ну, очень интересно. Давай тогда все засеем. На будущее, так скажем. Ты же понимаешь, авось там какие-нибудь белки заведутся. Я хуй знает. Серьезно, в этой игре возможно все.
через поле, через лес. Мы придем в страну чудес, там, говорят, теплее, чем здесь. Ведь с нами солнце и луна, шум дождей, сука, бля. Ладно. Посадить. Только на поле с плодородной почвой. Три гриба. О, май гадабл. Что эти грибы мне дают, скажи, пожалуйста. Я нашел грибы. Я нашел морковь. Собрать? Что? Так. Сажай морковку. И здесь, пожалуй. Больше земли, нужен еще один колодец. Слышь, какой нахер колодец? У тебя там целый, блядь, водоем. Так, мастерская. 20 дерева мне нужно, да? 20 дерева, ты серьезно? Деревья вы где? Ёлки-палки, вы где? Блин, что за говно? Куда мне бежать-то? Охренеть. Я не на другом конце планеты. Так. Короче, бежать мне примерно на морковку. Примерно на морковку, но чуть подальше. А могу я как-то побыстрее бегать? Что-то как-то... Бег такой утомительный и медленный. Твою мать. Через одну секунду. Так. Слушай, а эти елки прям саморастут. Да, они реально сам посадили, что ли? Не понимаю. Так. Потрясти дерево. Сейчас тебя потрясу, сучка. Так, рубить. Мне нужно очень-очень-очень много дерева. Корень бы, конечно, не лучше не рубить, конечно. Ну, как бы, ну и хрен бы с ним. Ладно, ладушки, а ладушки. Деревьев мы сажали много. Собственно, сейчас все и нарубим. Хорошо, что здесь все очень быстро растет. Так, погнали в палаточку. Будем заниматься кое-чем интересным. Да, детка. Новый рецепт. Молоток. О, новый дом выглядит очень... Довольно... Бутылка. Теперь ты можешь бухать и прясти. Ни хрена ты смонтажил, блядь. За секунду. Предыдущая задача не была. В смысле? Что у меня по заданиям еще? Устройте костер. Улучшите деревянную хижину, добавив кухню. Устройте костер. Сейчас, блядь, устроим. Где тут деревья? Сейчас будет костер у нас гореть. Так. Что мне нужно для костра? Устройте костер. Устройте костер. Легко сказать. Устройте костер, блядь. Материалы. Особые параметры. Голод 79%. Я не знаю, хорошо это или много, мало это или очень мало. Вообще без понятия, честно. Хрен с тобой. Мастерская, спать. Кухня? Нет. Мастерская? Так, рукожопием и рукоделием еще пока мало. Рано заниматься. Смотрите уровень энергии. Ну, давай поспим. Минут 4 еды. Хорошо, давай жрать. Чё? Ты чё такой прожорливый, парниша? Хочешь грибов пожрать? Хочешь грибов? Парень, пс, парень, грибов хочешь? Здесь куча грибов, ты их можешь съесть. Все можешь съесть. Вкусные блюда можно приготовить. Окей. Очень увлекательно. Через минуту будут готовы ягоды. Так. Что здесь за бздёж летает над моими полями, какой-то светящийся, ничего не понимаю. Так, морковь, через сколько зовут? Чё? Я типа умираю от того, что у меня нет еды? Чё, ебанулись? Серьезно? А, все понял, красная бубочка какая-то.
О, ебать, луна рассосалась. Хо-хо. Хо-хо-хо. У-ху-ху. О-хо-хо. О-хо-хо. Помогите мне сделать костер, я ничего не понимаю. Как мне, блин, его сделать? Слышь, Мун. Я понимаю, что мне нужно дерево и прочее говно, но... как бы... какого хуя? Может, поможешь, нет? Я могу посадить. Печень. Так, саженцы ели. Саженцы ели. Саженцы, хуяженцы. Грибы снова появились. Так. Где-то вырос гриб, но это... ладно, пусть будет у нас гигантская большая. Ни хрена ты себе дерево гигантское вымахал. Так, тебе надо срочно срубить. И срубили нашу елочку под самый корешок. И добыли мы вонюченький огромный гашишок. Летели-тели-тели-лети-тели-тели-ти. И ягодку собрали мы и посадили... Так, посадить X. Конечно, посадить ежевику. Надо... короче... надо пока немножко поголодать, вырастить много-много земляники. И потом вообще жировать, короче. Там ее просто обжираться, просто и там можно будет кидаться друг в друга. И можно потом будет... да что угодно делать, серьезно. Так, у нас есть костер. Ой, камень. У нас есть молоток. Молотком мы можем не только строить, но и рубить камни. Камни у нас здесь до жопы. И некоторые из них, кстати, довольно-таки сильно мешают. Так. Я хочу рецепты. Есть рецепты. Костер. Как мне сделать костер? Вот эта сука мне сказала, сделай костер. Вот, блядь, легко сказать. Слышь. Какого вообще хуя, блядь? Я здесь сидел. Спокойно. Сидел, пердел в палатке. Питался ягодами, прилетела эта сука, начала командовать. Сделай костер, набери грибов, блядь, построй мне хижину. Слышь, может тебе еще этот борщ сварить и, блядь, съебаться отсюда нахер. Та тварь. Иди нахер отсюда. Я хочу в твой говнолет, там, пиздов, сейчас всем прилечу, навешу, откуда ты прилетела. Тоже мне королева бензоколонок. Зажечь, слишком мало дров, сейчас будет нормальный дров, не очкуй. Так, елки, 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 елки. Реально прилетела, блин, начала командовать. Сделай костер, сделай то-сё, сделай пятое-десятое. Серьезно? Вот называется, да, женщина в доме. Пришла, начала прям свои порядки наводить. Мне такие тут не нужны, знаешь. Мне, чтобы помочь мне. Ведь маленький шприц, давай я тебе помогу. Я помогу тебе посадить морковку. Пошли тебе костер научу разводить. Нет. Пизду разводи костер. Как? Не надо. Зажечь. Да. Круто, как тепло. Слышь, тепло. Я тут между костра, блядь, полдня бегал, охеревал. Хорошо посидеть рядом с огнем. Откуда он, правда, добыл огонь, я не знаю, видимо. Хотя, знаешь, молодость, молодость. Там и не то можно. Чтобы перенести огонь в другое место, используй факел. Но будь осторожен, огонь может быть очень разрушительным. Да, огонь опасен, я запомню. Исследовать планету, я хочу посмотреть, есть ли тут что-нибудь интересное. Съестное ты здесь, сука, хочешь поискать, по-любому сожрать все мое хочешь. В холме есть какое-то сооружение, по ним покажу. Возьмите Муна и исследуйте сооружение на холме. Так, подожди, тут грибы и урожай, слышь. У меня урожай зашел, мне сейчас свекла заколосилась. Слышь, мразина, не хочешь помочь, не? Сука. Командир из говна и палок. Ладно, ладно. Я запомню. В смысле? Это что, не плодородная почва?
Типа почва, конечно, плодородная, но типа не так сильно. Так, зажечь факел мне нужно, да? Факел! Сейчас зажгите факел в костре. Подожди. А, факел. У меня нет факела. Слышь? Hey! Да мразь, расскажи мне, как факел делать. Жопа. Здесь нет. А как мне факел делать? Вот и говно. Охренеть. То есть пока я ей не покажу. Где там на холме что-то было? Ага, во, вот здесь вот. То есть, понято, все. Побежали сюда. Побежали вот сюда. Охреневшие. Вот. Секундочку. Три точечки. По моим данным, это древний алтарь. По каким, тварь, твоим данным? У тебя что, в голове, блядь, целый компьютер находится? По моим данным. Откуда ты эти данные высорала? Ты их, блядь, с неба по звездам прочитала? Кристаллический алтарь. Когда я вернусь на базу, я поищу дополнительную информацию. Смотри, Мун, мой кулон начал светиться по-другому. Монстры к бою. Пауки? Что, блядь? Разбить? Сейчас мы возьмем топор. Пойдем хуесосить. Че? Это монстр? Стой, это капуста. Я хочу... Как мне его трахнуть? Какой же это монстр? Это какая-то сопля. Реально какая-то сопля. Почему-то был нарисован паук, а по факту это какая-то... Какая-то безобидная сопелька. Какого хрена? Не хочу их убивать, мне их жалко. Вали его. Как мне их хуесосить? А, вот так? А топором я это могу делать? Могу. Все, жопа вам. Руками вас долбить. Вас топором надо херачить. Давай, подходи, я сейчас тебя порежу, собака. Откуда сидите? Неплохо. Возможно, я однажды смогу взять тебя на другие приключения. Я бы с радостью, Мун. Мне пора улетать, с тобой было приятно встретиться. Спасибо, ты вернешься? Конечно. Тем временем присматривай за Дейлендом и защищай его от монстров. Конечно. Молодец, до встречи, Арко. Слышь, шкура, да тебя монстров здесь не было. Где она? Все? Съебалась? Открыл сооружение колодец. Скоро начнется дождь, дождевая вода помогает деревьям и посевам расти, приносить плоды быстрее. Если построить колодец, ну, можно будет накапливать дождевую воду для засушливых дней. У меня же целое озеро. О, дождик пошел. То есть пришла эта тварь. О! Это правильный гриб. Хе-хе. Не все, говорится, грибы одинаково полезны. То есть пришла эта бабёна, принесла с собой монстров. Мой кристаллик начал светиться и вибрировать. Я какого-то хрена добыл при помощи трения огонь. Ну, годы молодые, ладно. Как бы... О! Мы силы восстанавливаем возле огня, отлично. Так, как мне... Я хлебушек научился делать? Ух, ни хрена себе, основные параметры. Основное, а где крафтить? Зажгите факел в костре, улучшите... Кухню! Подожди, так баба уже улетела, нахрена мне кухня? Ничего не понимаю. Чё-то здесь меня наебывают, мне кажется. О, ягодки. Разбить сейчас, разобьем. Я думаю... Ой, не хотел, извини. Куст, извини.
Чего? Почему на кустах с ягодами растут желуди? Я что, свинья, что я желудями питаюсь? Серьезно? Ой, боже мой. Ну ладно, давай. Покажи мне свои ягодки, детка. Да, детка. О, да, детка. Ну, в общем, тип таймкиллер. Таймкиллер. О, какой гриб. А чё он фиолетовый? Уж это явно неправильный гриб. Ты видел, он синий с такой шляпкой. Ребята, у нас на планете завелись псилоцибы, мне кажется. Ладно, спасибо, что смотрели. А в любом случае, я думаю, на сегодня хватит. С вами был Коперник. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Еще увидимся. Однажды. 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 Пока-пока. Thank you.